Лучшее предложение только этого дня. Восхитительная, мягкая, пушистая, уютная шапка, которая согреет вас даже в самые сильные холода. По прогнозам, эту зиму обещают такую холодную, которую не было буквально 100 последних лет. Шапка Тереза. Давайте на нее посмотрим. Микола Комендров нам ее представит. Главный убор нам сегодня предоставила компания, которая предлагает нам сегодня утеплиться именно с помощью красивой, элегантной вязаной шапочки с красивым, элегантным, натуральным декором меха кролика Рекса. Идеальная посадка за счет того, что она универсальна, идеально подходящая для любых типажей лица и, конечно же, ярких осенних зимних красок. Мы сегодня можем выбрать для себя, к примеру, классический коричневый оттенок вот с такими розами и ручной работы. Либо выбрать яркий гранатовый оттенок, будет он называться «Красный в заказе». Не менее симпатичен голубой оттенок, серый в заказе, идеально будет подходить к вашей шубке, например, в оттенке голубой норки. Также есть у нас джинсовый цвет, вот такой синий, интересный, сложносоставной, на черной основе. Также следующий цвет светло-коричневый, шоколадный и белый, молочный, нежный, приятный, самый светлый в нашей коллекции. Конечно, все мы, женщины, разные, и каждая всегда для себя выбирает шапки под свой тип лица, под свой размер головы. Как будем выбирать? Мы выбираем с вами ее просто по цветовой гамме, которая нам нравится и которая идеально подойдет к вашему индивидуальному пальто, куртке, шубе или пуховику, потому что размер здесь не учитывается, она единого размера от 55 до 58 тули конструкции головы. Шапка единого размера, значит, подойдет и вам, и вашей любимой мамочке, и подруге. Это и отличный подарок в том числе, а по такой цене 1499 рублей успейте забрать сразу несколько цветов и для себя, любимый, для своих близких. Мягкая, комфортная, уютная шапка из натурального меха, ведь это натуральный мех. Ведь действительно, в магазинах сейчас мех зашкаливает цена. Недавно я ходила по магазинам и видела, что шапка стоит больше 10 тысяч рублей из натурального меха, а у нас такой же натуральный мех за 1999 рублей. Что это за мех? У нас с вами здесь кроличий мех породы Рекс. Это у нас с вами особая порода, которая износостойкая, ворсинки не выпадают, и он хорошо поддается контакту с влагой, поэтому такой именно головной убор можно носить даже в такую сырую погоду во избежание того, что он разрушится. Поэтому очень удобно. Плюс дополнительная длина головного убора 23 сантиметра от края до края самого изделия, значит, можно поместить, например, более объемную укладку. Хвост, может быть, кукуль, как на затылке, так и на верхней части темени. Ну и, конечно же, следов полосок не останется, потому что мягкая английская резинка все-таки обволакивает, но не передавливает. Выбирая для себя сегодня шапку Терезы, я уверена абсолютно, что мои локоны будут в абсолютном порядке. Но всем ли типам лица подойдет такая шапка? Опять же, за счет именно своей конструкции. Она слегка зауженная в конусной части и расширенная к тулевой части, что ей дает возможность как раз-таки вам выбрать ее на овальные, на треугольные, на острое лицо. А любая, именно даже возрастные изменения, когда, например, скулы немного обвисают, да, дамам тоже необходимо как-то сделать коррекцию хотя бы с помощью головного убора. Здесь можно сделать так, что он не навредит внешнему виду. Поэтому выбирайте головной убор, не учитывая ни размеры, не учитывая даже цвет глаз, цвет кожи и цвет волос. Подскажи, пожалуйста, Микола, вот у меня есть подруга, которая говорит, я не буду носить шапку, даже если будут очень сильные морозы, потому что мне все время чешется, все мешается, особенно когда я захожу в помещение с улицы. Вот как себя такая шапка поведет в носке? Несмотря на то, что здесь основной у нас с вами материал и трикотаж выполнен на 80% из шерсти, это не значит, что она будет колкая внутри. Во-первых, резинка выполнена с внутренней стороны более мягко и деликатно, а снаружи она выполнена у нас с вами ажурная. Ажур дает возможность ей все-таки проходить на просвет, а значит, полотно у нас с вами будет дышать, и мы будем с вами получать именно воздушные такой, знаете, потоки воздуха. Это и есть тот самый эффект, который не дает коже нашей раздражаться, потому что шапка, когда очень герметична, голова запотевает, и вот это колкое, чешущее свойство и возникает. Поэтому данный головной убор все-таки сохранит именно воздух, потому что между меховыми вот этими вставками у нас есть с вами зазоры. Вот со многими шапками из натурального меха есть такая история. Надеваешь на улице на мороз, да, становится жарко,
пока, приходя в помещение, снимая, можно даже простыть, потому что, ну как на потную голову ветер будет воздействовать. Здесь шапка, которая пропускает воздух, соответственно, вам тепло, но при этом голова не вспотеет. В ней комфортно находиться, она не будет колоться, не будет щипаться, не испортит вашу любимую прическу, а самое главное, подойдет любому типу головы, любому размеру. А значит, это отличный подарок. 1499 рублей сегодня цена уникальная только этого дня. Обратите внимание, потому что шапки из натурального меха сейчас стоят дорого. Кстати говоря, Микол, давай еще раз пройдемся по цветам. Что у нас есть в наличии? Ну вот смотрите, Ксения выбрала для себя светло-коричневый оттенок, а Дарья выбрала темно-коричневый. То есть вот так выглядят два цвета в разных оттенках. Анна выбирает для себя именно джинсовый цвет, объединяет его с фиолетовым оттенком своей шубки от бренда пиджаков. Смотрится очень элегантно. Близкие цвета друг к другу можно вытягивать. А можно сделать на контрасте. Например, ту же фиолетовую шубку вы могли надеть, например, с красным головным убором, такого, знаете, янтарного, рубинового цвета. Либо нежно-голубого. Голубым. Но он идеально подходит для фактур металла, золота, может быть, у вас пуховик в сером цвете или шуба, может быть, как раз-таки окрашенная в голубую норку. Синий антрацитовый, джинсовый цвет, конечно, смотрится очень интересно. Я его всегда сравниваю с голубыми розами, которые выращивала Белая Королева в «Алисе в стране чудес». У нас также есть коричневый и белый цвет, очаровательная палитра цвета, большой выбор специально для вас, дорогие модницы. Конечно, самое главное, когда наступает вот холодный период времени года, мы выбираем для себя шапку, мы хотим выглядеть так же женственно в шапке, как и без нее. И вот такие элегантные вещи нам это позволяют сделать роскошное, мягкое, уютное за 1499 рублей. Станет вашим любимчиком в модном зимнем гардеробе. Таких цен, конечно же, нет нигде, потому что это натуральный мех. Микола, а если сравнивать, например, шапку из масс-маркета, цена вот здесь насколько выгодная? Здесь у нас максимально выгодная цена. Кстати, вчера я работал с клиентами именно в магазине и посмотрел на корнерах, модулях головных уборов. Трикотажная шапочка, обычная, без каких-либо деталей, стоит сама около 1000 рублей. А вот какая-то стеганая панама из резины стоила 2600. Выгодное предложение для вас, дорогие модницы. Главное успеть. Не болеем, согреваемся.